Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю рыбку очень вкусную, ароматную. Интересный рецепт с вкусным соусом, с красивой подачей. В общем, реально шикарный рецепт. Кидайте сразу себе в копилку, делитесь с друзьями и, конечно же, комментируйте. Начинаем готовить. Поехали! Сначала приготовим соус вкусный. Нам понадобится одна луковица. И нарежем просто соломку. Буду дробить в чаше блендера. Отправляем в чашу весь лук. Добавляю 1 чайную ложку неострой горчицы. И также добавляю 2 столовые ложки сметаны. Также понадобится петрушечка, пару веточек. Нарезаем мелко. И также добавляем в чашу блендера. Также понадобится щепотка соли и слегка приперчу. И с помощью блендера все это дробим. Вот такой вот у нас получился соус. Идеально подходит к рыбе. Так что, друзья, обязательно кидайте в копилку себе этот рецепт. И уверен, к любой рыбке такой соус просто шикарен. А теперь уже готовим наш рецепт. Нам понадобится 2 крупные луковицы. Нарезаем довольно крупно кольца. Укладываем лук в форму. Лук обязательно солю. Отправляем чуть-чуть соуса на каждое кольцо лука. Разравниваем слегка. К этому блюду подойдет любая рыбка, любое филе любой рыбки. У меня это хек, разрезаю порционно. Филе рыбки отправляем на отдельные кольца. Вот таким вот образом. Рыбку слегка присаливаю по вкусу и слегка приперчу. Сверху опять отправляю наш замечательный, очень вкусный, ароматный соус. Хорошенечко смазываем рыбку. Друзья, сверху можно отправить, конечно же, свежие помидорки. У меня это летние, я морозил помидорки. Я думаю, все-таки летние помидорки будут повкуснее. Ну, если у вас нет таких заготовок, ставьте свеженькую, будет также вкусно. Сверху это все присыпаю сыром. Уже шикарно выглядит, друзья. Отправляем в духовку буквально на минут 30-35. Выпекать буду при температуре 190-200 градусов, в зависимости от вашей духовки. И, конечно же, ждем, когда наше блюдо будет готово, и будем пробовать. Наше блюдо готово, но я хочу видеть еще больше сыра. Добавляем еще сырок. Возвращаю в духовку буквально еще на 5 минут. Ну вот и все. Пробую. Выглядит очень аппетитно. Аромат шикарен.
Такая вот у нас получилась рыба по-французски. Круто. Особый вкус. Очень интересен. Нежно. И просто. Готовьте, друзья. Вкуснотень. Обязательно порадуйте родных и близких. Даже на новогодний стол. Бомба. Сыр тянется. Шикарно. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. И с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться на мой второй канал Шустрый Микс, где я готовлю очень вкусные, очень ароматные соусы к разным блюдам. Я уверен, такие соусы, многие соусы вы не пробовали. Готовьте. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.